Здравствуйте, друзья, меня зовут Альфред, это викторина Московского музея космонавтики «Космоквиз». Сейчас на экране вы увидите фотографии автоматических станций Советского Союза, которые были отправлены к Луне, Марсу и Венере. Все эти станции, кроме одной, объединяет один признак. Выберите одну станцию, которая не подпадает под этот признак, и напишите ее название, а также обоснуйте свой ответ. Мы с нетерпением ждем ваши ответы. Спасибо за то, что вы остаетесь с нами.